Всем привет, вы на канале Темное Эфир, меня зовут Дима. Я вам всем, друзья, желаю приятного просмотра. Вот это отдыхаю вот с ботинником, с моим другом и с девушкой брата на пикнике. Тут Харлик с Багиркой ходит, вон Багирка ходит. Тут он, Харлик там лежит, уже уставший, как говорится. Вообще погодка у нас охеренная, солнце светит. Еще, друзья, желаю вам счастья, здоровья, побольше, как говорится, позитивных дней, очень хороших дней, имею в виду, и всего-всего хорошего. Телефон, качество хорошее, офигенно, очень красиво, много зелени, солнышко светит, небо чистое. Харлик, я же говорю, мой день, друзья, он уставший, у нас уже скоро будет мясо, скоро будем жарить. Там вот Багирка гуляет, идет уже, вот у нас бухлишка есть, которого лучше постоянно не пить, но иногда можно, пригубить можно. Во, да, Харлик, Харлик, ай, Харлик, Харлик, ленивое создание. Вот видите, вот, вот, костер скоро будет готово, охеренно. Так, все, Миш, поздоровайся, Миш. Привет. Так, здесь у нас чувак не любит сниматься, но мы его снимем. Так, Багирка тут у нас будет ложиться, нет? А, Багирка. А пойду поснимаю еще. Надо еще. Дальше, с других ракурсов, а. О, вообще. Видите, друзья, тут красиво, прикольно. Блин, так кайфно, отдыхай. Жалко, что только... Только что скоро на работу, вот это, конечно, печаль, беда. Ну, как говорится, денежки нужны, а так все шикарно. Можно про работу вообще не говорить. Ну, можно иногда. Это просто констатация факта. Про него вообще не говорить. Я бы с радостью не говорил бы, а. Не правда, Катя? Да уже все, ладно, поехали. Работа закончена, все, мы отдыхаем. Качество вообще шикарное, друзья. Просто охеренное. Это не мой телефон, жалко, конечно. У меня на телефоне, друзья, качество не такое хорошее. Да, Иванушка? Конечно. Не, правда, как будто я телевизор смотрю. Ух, птички поют, в общем, шикарно. Просто главное аккуратненько так мутить. Думаю, такие, друзья, на канале видеоролики иногда будут классно замутить, а. Сейчас дальше еще куда-нибудь схожу, пока паузенку нажму. Еще раз сейчас сниму, видите, тут уже костерчик такой побольше стал. О, Алик ленивенький уже встал. Я, друзья, сегодня буду за оператора, поэтому я буду за кадром, только, как говорится, говорить. Вот, видите, вот, друзья, полянка такая охеренная. Просто офигенное мы нашли. Место просто классненькое. Там брательник выбрал. У нас, друзья, очень много мест классных, а? По факту. Видите, очень красиво, правда, вообще супер, а? Мне нравится. О, кайф. Супер. Деревья, блин, тут много, друзья, на самом деле, мест классных, а? Где можно кайфно просто отдохнуть. О, Багирка побежала. Багира, все пошло. Ай, бежи, бегу, бегу, бегу. Ай, Багирка. Видите, то есть тут очень много тропинок, где можно погулять, повазить, в прятки, догонялки поиграть. В общем, классно, а? Супер. Просто реально очень классно, красиво. Друзья, еще раз вам всем желаю счастья, здоровья, чтобы исполнялись все ваши желания. Чтобы все было просто охеренно. Он хавли травку кушает. Багирка, он вдалеке стоит. Я, как говорится, по воболю видео снимаю. Ну, думаю, правда, если на канале будет классно видео такое показать, а? Что прикольненько, боже, как я отдохнул. Отдыхаю я, друзья, офигенно. Просто шикарно. Май вообще, блин, хороший. Погодка просто охеренная. Видите, друзья, погода просто шикарная. Алло, о, пошел, пошел. Качество реально классное. Значит, мы тут снимаем. Так, 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 так. Во-во-во, и там камушек такой классненький, прикольненький стоит. Тут еще раз Харлик воробей. Мой классный. Зараз такой, побежал, побежал. Все, пошли, 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 Харлик, пошли. О, впереди идет. Крутой такой боец. Багирка там вообще ушла обратно. Ой, просто самое главное, что еще погодка просто охеренная, не жарко. Ветерок дует, просто охеренно, просто очень классно. Думаю, 5-минут видеоролик, друзья, будет просто шикарно на канал выложить. Все, продолжение следует, мы идем аккуратненько. Подкрасться не получится, потому что мы болтаем. О, класс, правда, качество просто охеренное. Мне бы такой телефон себе, я вообще бы порадовался бы. Чаще бы видео снимал бы до канала бы. Вот, в смысле, иногда такие бы на канал выкладывал, не только игровые. Во, шикарно, просто классненько. Хотя себе показать-то можно, в принципе, по факту. Это просто класс. Угу, супер, шикардосненько. Да, вау, просто пикничок, вот такой он. Все, Олег опять устал, так, во, пока паузиночку.
Все, друзья, продолжение следует. Я себя все-таки вижу. Меня видно. Классненько, супер. Качество вообще просто охеренное. Погодка просто шикарная. Я все-таки, друзья, решил себя показать. Почему бы и нет. Только жалко, телефон трясется, конечно. Но приходится так телефон держать. Ладненько, как говорится, не мастер я снимать. Ну, нужен тут Ромыч. Он же фотограф Йолупавы. Так, качество просто охеренное. О, багерка идет. Просто шикарно. Погодка просто охеренная. Хочу бы и прогуляться, и показать. В общем, даже прикольно, что можно, друзья, менять, как говорится, дислокацию. В смысле, чтобы меня было видно, если такое. В общем, просто классно, супер. Друзья, правда, очень рад, что вы подписались на мой канал. Правда, вот спасибо вам всем, блин, то, что подписываетесь, поддерживаете. Мне очень, правда, приятно. И на конце на YouTube, друзья, развиваться не очень легко. Но я буду стараться. Такие видеоролики, друзья, иногда буду снимать. Думаю, вы будете не против, чтобы такие видеоролики были у меня на канале. Не только игровые, но и такие иногда разные прикольненькие видеоролики. Вон багерка Алик, видите, да? Алик идет. Класс, супер. Просто шикардосно. Сейчас я опять камеру переделаю, пока паузинку нажму. Продолжаем дальше. Я думаю, что, друзья, побольше записать видео. Просто, друзья, если меня будет видно, я, друзья, в конце себя покажу еще, не переживайте. Просто, друзья, тогда не будет видно красоту, если я буду только показывать себя. Тут очень-очень красиво, просто шикарно. О, Харлик уже ушел, зараза, кинул меня. Ас, катабаза, а? Ас, Харлик, Харлика. Любитель очень покушать. Правда, друзья, красиво, просто шикарно. Вот честно, всем-всем, друзья, вам, моим подписчикам, моим друзьям, моим будущим подписчикам, будущим друзьям, спасибо за поддержку. Я очень рад, что вы поддерживаете меня. Это мне придает сил, и я стараюсь. В общем, спасибо вам всем огромное за вашу поддержку. Блин, просто кайф. Побольше вот так отдыхать, друзья. Желаю всем побольше так отдыхать, кайфовать. Чтобы, блин, чтобы у вас все в жизни было шикарно. Чтобы вы радовались жизни, не унывали. Чтобы побольше желаю вам, друзья, позитивных, хороших дней. А темных и тупых поменьше, и вообще, чтобы их не было. Вот. Шикардосненько, речка течет, и я ее шикарно видно. Так, они меня все кинули, зараза. Ладненько, тогда можно перевернуть камеру, чтобы меня было. Все, друзья, продолжаем дальше. Идем, сейчас, подождите. Все, вот, класс. Супер. Классненько, красиво. Правда, качество просто охеренное. Я знаю, что я уже много раз это сказал, но это правда класс. И, друзья, в общем, я очень надеюсь, вам этот видеоролик понравится, правда, друзья? Надеюсь на это я. Сначала думал снимать и снимать, потом, блин, почему бы не снять, а? На канал такие видеоролики иногда даже классно замутить, а? Игровые, я люблю в игры играть, это понятно, в принципе, разумно. Я, конечно, не мастер игрок, но люблю. Ну, и такие видеоролики просто будут шикарно и классно записывать. 10 минут, друзья, думаю, просто будет шикарно показать вам окрестности, поболтать. Я любитель болтать. Это вы уже так, в принципе, знаете, кто на мой канал подписан. И вот, в общем, шикарно, классно. Сейчас руку беру. Во, просто охеренно. Лучше с одной рукой идти, по факту. А то так будет неудобно. Да? Ах, я левый бей ждет, стоит меня. Сейчас я покажу его. О, и багирка тут. Сейчас я быстренько паузиночку. Вот они, багирка Халиком. Стоят, все-таки не ушли и не бросили меня. Не бросили брата по оружию. Это классно. Я их очень люблю, багирку Харлика, а? Они это знают, но бывает иногда ссорятся, особенно багирка на Харлику. Так да ведь пизделее, она же типа дома главная, ее упала. Типа ты охренел, да? Харлей, идем. Во, просто класс, супер. Ох, блин, честно, я рад, что мы, друзья, выбрались на природу. А то, блин, то погода мешала нам, то, как говорится, времени у нас не было. В общем, слава богам, что у нас время появилось, погода хорошая. Отдыхать, друзья, это просто шикарно, реально, просто класс. Супер, сейчас, друзья, под конец видеоролика покажу нас еще раз наш пикничок. И видеоролик, думаю, завершу. Пока можно, друзья, говорится, болтать, показывать себя. Не правда, друзья, это классно, это супер, блин. Реально, вот отдыхать, это хорошо, особенно, когда еще у тебя есть денежки. И это вообще просто шикарно. Ну и есть, конечно, хорошая компания, разумеется, тоже. С компанией хорошей всегда хорошо отдохнуть. А потом со своими, как говорится, со всеми уже пойдем на Калашу сходим у нас, или на Киевскую, как говорится, вот, погуляем, тоже отдохнем. В мае, как раз таки, сестра приедет, тоже вот классно будет. И прикольненько, классненько, супер.
В общем, друзья, еще раз всем вам спасибо за поддержку. Спасибо, что вы поддерживаете. Спасибо, что вы подписались на канал. Спасибо вообще вам за вашу поддержку. Это очень приятно, что вы, правда, поддерживаете и приходите. Это просто шикарно. Думаю, сейчас видеолик я, как говорится, сейчас завершу. Я уже подошел. В общем, всем-всем спасибо. Пока еще не прощаюсь. Сейчас я подойду, камеру переключу, быстренько покажу. Во, просто шикарно, видите, красиво, да, у нас уже почти все готово. Очень сейчас, друзья, будем отдыхать, как говорится, кушать, все такое. Во, видите, уже Халик по гирке там кайфует. Ну что, попрощайся с людьми. Всем пока. Ага, во, сейчас костер, огонек, все шикарно. Теперь всем, друзья, спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем, друзья, пока-пока, отдыхайте, радуйтесь жизни, все будет хорошо.